Казалось бы, какой тут праздник? Народ заселяется в квартиры, повсюду ремонты и переезды. Но актив дома номер 136А на Можайке считает по-другому. В жизни должно быть время для того, чтобы встретиться с соседями, пообщаться и повеселиться. Организаторы праздника решили сделать упор на спортивной составляющей и постарались вовлечь как можно больше взрослых. Дому еще меньше полугода, но дом активно заселяется. Жители у нас в основном возраст 30 лет, семьи обычно с двумя и более детьми. Это наш дом отличает от многих домов в городе Одинцово. В программе праздника двора были различные мастер-классы, лотерея, песенные и танцевальные номера. Для самых маленьких жильцов работала студия «Аквагрима». Поздравить двор с его первым праздником пришли представители районной и городской администрации и общественной палаты. Очень приятно, когда в городе есть такие инициативные люди, инициативные жители, которые сами себе организовывают праздник. Вы вышли сюда и празднуете, наверное, первый, да, закладываете традицию данного праздника. И несмотря на то, что дом еще не совсем, наверное, заселен, я вижу, что жителей очень много. Хотелось бы прежде всего передать слова приветствия от имени главы Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова. Очень здорово, что собрались, и не зря начал с того, что друзья. Ну, в основном здесь собрались друзья, товарищи, которые только познакомились, может быть, заезжая в этот замечательный двор. И Андрей правильно сказал, что традиция определяет все. Я надеюсь, что вот это начало и старт вашей традиции будет постоянным расширяющимся праздником. ЖК на Баковке по внешнему виду и по чистоте и ухоженности двора можно по праву отнести к домам образцового содержания. Секрет успеха прост. Жители не боятся помочь своей управляющей компании, дружно выходят на субботники и ревностно следят за порядком. Мы ведем достаточно большую работу по преображению дома, его двора. У нас постоянно проходят какие-то субботники, жители не жалеют ни денег на это, ни времени. Что, наверное, тоже отличает вот такой молодой статус жителей нашего дома. Вокруг нашего дома планируется еще возведение первой и второй секции нашего дома, а также вокруг природно-парковая зона. Мы подготовили проект в общественную палату, он сейчас победил. Будет называться «Баковский парк культуры и отдыха». Надеемся на его реализацию и поддержку со стороны города. В общей сложности участие в празднике приняло более 200 жителей, что для новостройки можно считать отличным результатом. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».